На съемочной площадке детской спортивной игры «Я чемпион» сегодня было особенно жарко. В борьбу за кубок победителя вступила команда Северного Казахстана. Наша «Стрела» встретилась с павлодарским рекордом. Кто оказался самым сильным и быстрым, узнаете прямо сейчас. Через несколько секунд на этой площадке встретится команда «Рекорда» с Павлодарской области и команда «Стрела» из Северо-Казахстанской. Именно в этой игре станет ясно, сможет ли наша команда пройти в следующий тур. Ребят, скажите, готовы ли вы к этой игре? Готовы ли победить сегодня? Да, мы долго готовились. Мы выступаем за Петропавловск, мы оставим этот кубок здесь. Это второй день соревнований. 1/8 финала детской спортивной игры «Я чемпион». Североказахстанские школьники понимают, проигрыш сегодня означает вылет из проекта. Победа даст путевку в 1/4. В этот этап игры уже прошли несколько команд. Определились пары четвертьфинала. Уже одного мы можем сказать точно. Это кустанайские «Акулы» и спартайские «Кызылорды». Вторую пару составят Акберен из Актобе и Барыс из Жамбула. Первый конкурс – традиционный многоборье. Но его сделали сложнее. Преодолеть преграду нужно с помощью скейтборда, сделать кувырок, а после вернуться к товарищу по команде, прыгая в мешке. Вырваться вперед удалось «Стреле» из Северного Казахстана. Они победили в этом конкурсе. Им достается заветный гандикап 6 секунд. Однако павлодарцы не расстраиваются. Они постараются взять реванш в следующем поединке. Мы разогреваемся, как бы мы победим, мы сильные, мы их не боимся, мы их победим, мы уверены. Мы очень долго готовились, мы стараемся, мы в этом конкурсе должны будем победить. Второй конкурс командный, перетягивание канатом. Трибуны поддерживают своих. И здесь «Стрела» сильнее. Общий счет уже 2-0. Это серьезная заявка на победу. Обогнать оппонентов рекорд постарается в эстафете «Колесо». Но, к сожалению, у павлодарцев ничего не получается. Наша команда вновь уходит в отрыв. Слезы поражения не спрятать. Однако следующий конкурс может стать определяющим. Но «Стрела» уже сильно оторвалась от соперников. Я болею за «Стрелу», потому что это самая сильная команда, это наша команда, и она всех выиграет. Я болею за «Рекорд», потому что она дружная, сильная. А это конкурс капитанов. Здесь нужна не только сила, но и выносливость. То, кого перетянет, на площадке развернулась настоящая борьба. Капитаны обоих коллективов сыграли 5 из 5 возможных раундов. Но и здесь счет 3-2 в пользу «Стрелы». И это безоговорочная победа североказахстанской команды. Завтра на спортивной арене пройдут игры 1/4 финала. Нашей «Стреле» будет противостоять команда из Алматинской области «Сокол». Денис Севков, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.